Президент Рауль Хаджимба в сопровождении министра высшего образования Сирии Атефана Даффа, командующего Южным военным регионом генерал-майора Марвана Харири и почетного караула возложил венок в цветах флага Республики Абхазия к мемориалу погибших военных Сирийской Арабской Республики. Могила неизвестного солдата является военным мемориалом, посвященным сирийским солдатам, павшим во время сражений. Мемориал представляет собой купол, символизирующий Вселенную подаркой, которая в свою очередь является символом победы. Президент также посетил музейный зал под куполом мемориала, где ему и членам официальной делегации Республики Абхазия провели экскурсию. Глава государства оставил памятную запись в книге почета. Часть этого храма стал. Затем Рауль Хаджимба и делегация посетили знаменитую мечеть Амиядов, которая насчитывает более 1300 лет. Мечеть Амиядов, также известная как Большая мечеть Дамаска, одна из крупнейших и старейших мечетей в мире. Расположена в одном из самых священных мест в старом городе Дамаска. Мечеть представляет собой большую архитектурную ценность. Затем Рауль Хаджимба и члены делегации направились на местный базар. Стоит отметить, что местные жители очень тепло встречали президента, и некоторые из них вручили президенту памятные подарки. Спасибо. Мира вам. Президент Рауль Хаджимба и члены абхазской делегации посетили и другие достопримечательности одного из древнейших городов мира. Наала Ковия, Алексей Гухава, Дамаск, Сирийская Арабская Республика.